В школе 400 учеников. Докажите, что хотя бы двое из них родились в один день года. Пожалуйста. Он в году 365 дней. Ну, на самом деле 366. А 400 это больше, чем 366. Совершенно верно. 400 больше, чем 366. Поэтому, если учеников в школе 400, то просто не хватило бы дней в году. И, соответственно, вынуждены два человека, а может быть и больше, родиться в один день. 70-я примерно такая же. В классе 40 учеников. Найдется ли такой месяц в году, в котором отмечают свой день рождения не меньше, чем 4 ученика этого класса? Да, пожалуйста. Может быть, нет. Потому что месяцев в году 12, да. А учеников всего 40. Учеников 40. Месяцев 12. И что? По 4 ученика в месяц. Это будет 48. Понятно. Вы не услышали фразу. Найдется ли такой месяц в году, когда отмечают свой день рождения не меньше, чем 4 ученика? Такие ученики будут, поскольку в одном году 12 месяцев, да. Учеников 40. Да. Учеников больше, чем месяцев. Поэтому... Откуда у вас это месяцев, ребят? Месяц. Вроде бы в Москве месяц. Происходит занятие. Месяцев, разумеется. Да. Сначала представьте, что у каждого ученика у него день рождения в одном месяце. Да. Значит, потом... День рождения, разумеется, в одном месяце. Потом окажется, что их останется 38, потом опять... Вы пытаетесь так пластами снимать, да? То есть пройти по одному человеку на каждый месяц, распределить, потом еще раз, ну, в чем-то это разумно, но можно и проще сказать. Слушаем. Говори. Да, несколько раз взять, ну, уменьшать 40 на 12, например, будет сначала 40, потом стало... 40 на 12. Господа, а вы читали вообще там то, что написано перед этими задачами? Не успели? Да. Мне кажется, что 40 можно... И вообще, мне кажется, что 40 надо... можно вдеть на 4. На 4? Зачем? Да? Если, например, в месяце у каждого... Каждый празднует по 3 дня рождения. Месяц всего 12, значит, всего учеников будет 36. Остается 4 ученика. В какой-то месяц мы можем занести хотя бы по одному ученику, и значит, будет 4. Не очень хорошо, конечно, но лучше, чем предыдущее. Смотрите, если у нас в каждом из 12 месяцев трое или меньше празднуют свой день рождения, то всего удастся отметить день рождения не более чем 36. Но если у нас только 36 человек сумели справить день рождения, то, разумеется, будут еще люди. По-другому то же самое можно объяснить так. Когда 40 делишь на 12, то ответ получается больше 3. Ну, на самом деле ответ получается 3,4, да? То есть 3,1. Больше 3. Значит, если, повторяю, в каждом месяце даже 3 человека празднуют день рождения, то максимум получается 36, а у нас людей всего 40. Хорошо. 71-я такая же, только с другими числами. В магазин привезли 25 ящиков с яблоками 3 сортов.
Причем в каждом ящике лежали яблоки одного сорта. Вопрос. Найдутся ли 9 ящиков одного сорта? Как вы считаете? Да, пожалуйста. Найдутся. Почему? Надо 25 разделить на 3. Ну, не надо, а можно. Можно 25 разделить на 3. 25 разделить на 3. Что же получится? Получится 8. Получится, конечно, не 8. Получится не 8, а 8 с небольшим. 8 с небольшим. И 8 и сколько еще? 8. Да? То есть 1/3 еще будет, да? Когда 25 делишь на 3, то получается каждому по 8 и еще один, который надо разделить на троих. То есть еще 1/3, да? 25 третьих – это 8,1. Замечательно. И что вы хотите дальше? И это 1/3 может быть любым сортом яблок. 1/3 – это число, это не сорт. Ну, 1/3 может быть любым. Извините, пожалуйста. Вот здесь, даже если 8 умножить на 3, получится меньше 25. Понятно. Это вот другой способ. У нас есть два способа. Один с делением, другой с умножением. Вы сейчас предлагаете такой способ. 8 умножить на 3, сколько будет? Будет 24. 24, а 24 меньше 25. Правильно? Да. 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 Значит, если бы не было 9 ящиков, не удалось бы найти 9 ящиков одного сорта, то тогда каждого сорта было бы максимум 8 ящиков. 8 умножить на 3 всего лишь 24, не получилось бы. Ну, кстати, здесь ведь то же самое можно было сказать. Можно было просто сказать, что 8,1 больше 8. Договорились? Да. Отлично. Следующая задача про Карлсона и варенье. Мне вообще школьники довольно много напридумывали вариантов этой задачи другими словами. Но давайте все-таки сейчас решим в классическом варианте. Итак, два примера. Варенье разделить на 1/2. Это один вариант. Вот. И Грузия. Разделить на 20. Это, разумеется, две разные задачи. В каждой из них требуется понять, чему же равно значение соответствующей дроби. Среди этих букв оказывается число 0. Если все примножить, то будет 0. А почему ты не хочешь на? Здесь чисел, кажется, число, которое надо ноль. Если все хорошо, то ноль. Почему среди этих цифр обязательно будет ноль? Потому что всех цифр считают повторяющиеся, и будет 10. Так, этих букв 10. Давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильно, 10. Но на самом деле цифр на свете 10 штук. Цифры, они от 0 до чего? До 9. Их ровно 10 штук. И поскольку цифра 10, и букв в этом примере тоже 10, то получается, что все цифры должны быть использованы. Договорились? В том числе 0. Значит, где-то среди этих букв должен быть 0,
внизу не может быть, потому что на 0 делить нельзя. Это же считается на деление. Значит, 0 должен быть где-то вверху. А когда среди множителей есть 0, значит, обязательно произведение равно 0. Договорились? Да. Так, и в случае с Грузией, с Тбилиси то же самое. Где-то должен быть 0 вверху. Так, отлично. 0 не первый. Почему? Может быть и буква Г 0. Кто ее знает? Точно, что не внизу. А вот точно, где я... именно здесь, совершенно неизвестно. А если там точно, точно это число тоже получается меньше. Секунду, ты не поняла. Это же знаки умножения. Эти точки – это знаки умножения. И где стоит нулевой множитель, не имеет ни малейшего значения. Так, замечательная задача, 73-я. Какое наибольшее количество клеток доски 6 на 6 можно покрасить так, чтобы никакие две закрашенные клетки не соприкасались. Повторяю. Имеется доска размером 6 на 6. Какое наибольшее количество ее клеток можно покрасить так, чтобы никакие две покрашенные клетки, да, пожалуйста. Ну, тут будет точно 9. Да. Потому что, когда закрашиваем, то точно соседние клетки будут не соприкасаться. Я сейчас покажу. Например, мы закрашиваем вот эту. И вот эти три не можно рядом с ними нельзя рисовать. Ну, на них. Потом дальше рисуем. Значит, берем вот эти. Рисовали. Значит, и эти еще. Рисуем здесь. Опять тоже. Так, разумеется, к решению задачи не имеет никакого отношения, потому что вы рисуете более-менее случайным образом. Вам захотелось рисовать вот в этих местах, вы рисуете. Кому-то другому захочется рисовать в других местах. Требуется доказать, что ваш способ оптимален. А вы просто даете некоторый свой способ, и абсолютно не объясняете, есть еще, нет еще способа. Не то. Да, пожалуйста. Если мы закрасили одну клетку, значит, три рядом. Если мы поставили эту клетку в угол, да, значит, три рядом закрасить нельзя. Да. Вот ну почему? Не обязательно три рядом. Может быть, пять рядом. Может быть, 8 рядом. А если не в углу? Если не в углу поставили, тогда нельзя закрасить 8 клеток. Допустим, что мы поставили верхнюю точку в углу. Площадь этого... А допустим, не в углу. Поймите, перебор всех остановок... То есть, когда вы говорите, допустим, что первую клетку поставили в углу, на самом деле это означает, что потом вы обязательно скажете, а допустим, не в углу. И будете перебирать один за другим способы расположения клеток. Но способов довольно много. Понятно, что до конца занятия вы это не успеете сделать. Даже на доске 6 на 6. Если же доска будет больше размера, то вы просто даже на компьютере это не сможете сделать. В любом варианте одна точка должна оказаться в углу. Почему? Это просто неправда. Вот это просто неправда. Вот она вам, пожалуйста, клетка не в углу. Одна хотя бы. Это же доказывать надо. Это же точно надо доказывать. И я не знаю. Я сомневаюсь, что действительно так. Да? Нам сказано найти самое наибольшее число. Да, конечно. А самое лучшее... Кстати, самое наибольшее не бывает. Число просто наибольшее. Да? А самый меньший вариант количества клеток, да, рядом закрашенный, может быть равным только трем.
Ради бога. Но дело в том, что эти закрашенные клетки, они принадлежат не только ей. Они же в некотором смысле принадлежат этим тоже. Поэтому у меня нет ощущения, что вы решили задачу. Я не понимаю, в чем рассуждение. Повторяю, что мы реально делаем? Мы ищем максимальное количество клеток на доске размером 6 на 6, которые подчиняются следующему условию. Никакие две клетки не имеют ни одной общей точки. Вот это мы с вами ищем. Итак. Максимальное количество клеток, которые можно закрасить на доске. Разумеется, в книжке есть картинка. Вот она. Показано, как можно расположить 9 клеток. Но вдруг кто-то сумеет расположить не 9, а 10? Нет. Почему нет? Потому что у каждой точки занимает свое расстояние. Нет. Что такое свое расстояние? Да. Расстояние между точками всегда равно одной клетке. Ну почему? Я могу взять вот эту клеточку, поместить сюда. Расстояние будет больше. Пожалуйста, клеток по-прежнему 9. С одной стороны, ничего не изменилось, а с другой стороны, ваше утверждение уже стало неверным. Расстояние уже большое. Да? Может, каждая точка будет в центре, вот, квадрат 2 на 2. Какой квадрат 2 на 2? Тут много квадратов 2 на 2. Есть вот такой, есть такой. В каждом квадрате 2 на 2. Там обязательно должен, может стоять точка. Обязательно может? Это нетривиальная конструкция. Должна стоять. А почему может не будет стоять? Нет, идея посмотреть на квадратики 2 на 2 разумная. Но как-то вы непонятно это объясняете, да, что? В каждом квадрате 2 на 2 должна быть клетка. Не понимаю, почему. Нет. Смотрите. Вон квадрат 2 на 2 между точкой в углу и точкой там. А, имеется в виду, да, действительно, есть вот действительно вот такой квадрат 2 на 2, там нет закрашенной клетки. Поэтому утверждение, что в каждом квадрате 2 на 2 есть закрашенная клетка, просто неверно. Ребят, вы как-то запутались. Вы очень запутались, не понимаю почему. Решение задач такого рода обычно состоит из двух частей. Одна часть – предъявление примера, в данном случае это удалось сделать, когда достаточно много отмеченных клеток. 9 отмеченных клеток – это достаточно большое количество. Другая часть – доказательство того, что не бывает больше 9. А с доказательством у вас сейчас проблемы. Потому что любая следующая поставленная точка будет прикасаться хотя бы углом, хотя бы одним углом с другими. Вот. Замечательно. Спасибо вам за эту мысль. То есть смотрите, что он сказал. Сюда нельзя добавить ни одной отмеченной клетки. Правда. Это правда. Но понимаете, смотрите.
Вот представьте себе, что сейчас, не знаю, какой-нибудь американский полицейский приедет в нашу страну. Сможет он добавиться в наше Министерство внутренних дел? Нет. Да? Потому что, вокруг такой ужас, что со своими представлениями там о законности он здесь будет совершенно белой вороной, и его там на следующий же день или в тюрьму посадят, или его просто уволят. Поэтому добавить, бывают системы, к которым нельзя ничего добавить. Понимаете, да? Вот убрать, поставить новую можно, а добавить к ним ничего нельзя. Нельзя там, американского полицейского добавить в нашу правоохранительную систему. Невозможно. Поэтому здесь то же самое. А вдруг есть какая-то система гораздо лучше, в которой будет, не знаю, не 9, а 12 звездочек? Нет. Почему нет? Потому что... Совсем другая. По одному добавлять нельзя. А может быть, они целой бригадой приедут, и всех преступников арестуют, и все будет хорошо. А? Вдруг. Даже можно доску увеличить. Нет, я понимаю, что если доску увеличить, конечно, тогда возможности добавления будут огромные. Вопрос в другом. Почему нет принципиально другой системы, когда, например, влезет 10 звездочек? Как вы считаете? Есть или нет? Другая нет, система? Нет. Почему? Потому что одна клетка занимает определенное количество клеток. Одна закрашенная клетка. Нет, понимаете, так я мог бы сказать, что и, не знаю, там 6 клеток я поставил, уже больше нельзя. Потому что каждая клетка занимает определенное количество клеток. Та же самая логика. Должно быть четкое рассуждение. Должно быть какое-то доказательство. Она должна занимать 4 вот, клетки. Я не понимаю, что такое клетка занимает 4 клетки. Отмеченная. Вот это отмеченная клетка. Почему вы считаете, что она занимает 4 клетки, а не все 9? Не понимаю. Да? В одной строке можно поставить максимум 3 клетки. В одной строчке максимум 3. Но так у нас получается оценка 18. Понимаешь, здесь максимум 3, здесь максимум 3, здесь максимум 3. Вы, конечно, мне скажете, что после того, как поставил 3 в одну строчку, в следующую уже вообще ничего не поставишь. Это верно. А как это? А вдруг я смогу сюда поставить 2, а туда? Не понимаю. Да? Строчки помещаются больше 3. Это он только что сказал, да? И в каждом столбике. Ну и что? И так можно поставить 18 штук. В каждых двух строчках 3 точки можно сделать. Это лучше. А почему в каждых двух строчках максимум 3 точки? Как это строго доказать? Потому что они. Как это доказать именно строго? Как это объяснить? Ведь всего 9 квадратов 2 на 2 с общей гранью. У квадрата грани нет вообще. У квадрата есть стороны. Общей стороной. Да. И в каждом таком квадрате может быть только по одной. Я не понимаю. Вообще квадраты 2 на 2 здесь вовсе не 9, здесь их больше. С общей стороной. Что такое с общей стороной? Вы читаете? Не пересекающихся. Вода. Вообще-то в книге у задачи просто написано решение. Уж если такие проблемы, возьмите и прочитайте их. Буду читать? Ну, вы это скажете, если уже понял. Нет, я не помню. Я могу прочитать. Совсем плохо. Это. В этом большом квадрате всего лишь 9 квадратов 2 на 2. Неправда, не 9, гораздо больше. Да. Если мы будем доску 6 на 6 делить на квадраты 2 на 2. А мы можем поделить на квадраты 2 на 2? Как? Скажите. Этот квадрат. Да. Этот квадрат. Угу. Этот
Отлично, отлично. Давайте я проведу. У меня есть мел для этого специальный. Действительно, одна линия, вторая линия, третья и четвертая. Вся доска разделилась на такие вот квадраты. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. И что вы дальше скажете? И в каждом таком квадрате может уместиться не больше одной закрашенной клетки. Молодец. Поскольку любые две из этих клеток между собой соседствуют. То есть вот эта клеточка имеет общую сторону с этой, имеет общую вершину с этой, имеет общую сторону с этой. То есть эта клетка соседняя с каждой из трех. То же самое. Таким образом нельзя поставить две звездочки в эту область, и сюда нельзя поставить две звездочки. Максимум по одной звездочке в каждую область. Значит, всего максимум 9. А 9 мы ставить умеем. Таким образом, мы действительно решили 73-ю задачу. Выяснилось, что максимальное количество отмеченных клеток 9 штук. Так, ребят, мы сейчас с вами сделаем такую попытку. Я сегодня на другом кружке ее делал, они не решили. 20 потратили на эту задачу, они не смогли. Вот интересно, сколько времени это займет у вас. Значит, задача очень похожа на эту, только разговор пойдет о кубике размером 3 на 3 на 3. Представьте себе, что поверхность кубика разделена на маленькие единичные квадраты. Вообще, у меня нет желания все их рисовать, но идею я хочу привести. Понимаете смысл? Как задача? Да. Вот. Так, смысл вот такой. Ну и так далее, да? И так далее. И, кстати, сколько всего этих квадратиков маленьких? Сколько у куба граней? 6. Конечно, у куба 6, потому что 3 это видимых с этой стороны, а еще есть такие же 3 с другой стороны. 54. 6. 54. Да. На каждой грани у нас 3х3. Всего получается 54 маленьких квадратика. Так вот задача. Отметить, ну так же, как здесь, звездочками, максимальное количество таких квадратиков, чтобы никакие два отмеченных не имели бы ни одной общей точки. Давайте, да, еще, ребят, когда в тетради будете рисовать, пожалуйста, не надо разлиновывать этот квадрат. Потому что тратить время на рисование клеточек в тетради в клеточку, право слово глупо, вы должны просто обвести внешний контур, чтобы было понятно, что такое разлет. Да, и еще, все понимают, что вот этот отрезок, скажем, склеивается с этим. Поэтому, например, вот эта клетка соседствует, хотя на развертке нет, но в кубике она, разумеется, соседняя. Надо показать, наверное, другую клетку. Так, ну давайте, может быть, так будет понятнее. Я сейчас попытаюсь нарисовать развертку побольше размером. Так, значит, раз. Когда поставить несколько, достаточно много звездочек, говорите, потому что вы же ответ пока не знаете. Есть какие-нибудь большие достижения уже? Я нарисовала. Сколько? Да нет. Я... Важно не то, что нарисовал, важно чего сколько звездочек. Нарисовал? Я достижения. Да, пожалуйста, сколько? 15. 15. Ну, давайте. Это довольно большое число.
Это нужно. Перед доставьте. Вот, стоп, остановитесь, пожалуйста. Уже все. Дело, соединитесь, уже все. Дело в том, что вот эта вот клетка и эта клетка 24. Имеют общую вершину. Что вы говорите? 24, но это совсем безумие. Это слишком большое число, чтобы его даже серьезно обсуждать. Ответ гораздо меньше. Значит, повторяю, речь идет не о плоской картинке, а о поверхности кубика. Поэтому, например, вот эта клетка является 12. Соседней вот с этой. Да? Посмотрите внимательно. Она поднимается, а эта клетка вот здесь. Поэтому вот этот отрезок на самом деле склеивается с этим. 12. Так, вы сделали 12, да? Пожалуйста, выйдите, покажите. 12 больше, чем 9, поэтому вы не послушайте его. Быстрее. Поставьте крестики в интересные для вас поля. Крестики. Спасибо, садитесь. Потому что эти две уже все, ошибка уже сделана. Эти две клетки соседние, и это запрещено условием задачи. Мы должны ставить крестики так, чтобы никакие две отмеченные клетки не имели бы ни одной общей точки. Тогда только 6. Ой, да. Да, 6 каких? Да. Отлично. Да. Отлично. Действительно разумная идея. Поставить крестики в центре грани. А интересно, увеличить нельзя? Да, как? Я 10 нашел. Как найти? Нужно, да. Мы уже поняли, что 6. И, кстати, к этим 6 отмеченным клеткам уже ничего добавить нельзя. Да. Да. Отметь, пожалуйста. Да, первая клетка. Она вот... Почему вы тогда думаете, куда ставить? Надо из тетради перерисовать картинку в точности. Скопировать. Я перерисую. А все. Да я знаю. Нет, вот теперь же действительно все. Теперь же действительно все, смотрите. Почему? Потому что эта клетка собирании кубика соседствует с этой. Это 6. Пожалуйста, нарисуйте у себя в тетради. После этого проверьте, что будет при склеивании. Потому что иначе мы с вами не сдвинемся с места. В тетради нарисовали? 18. А? Пожалуйста, перепроверь. Да? У меня тоже 10, но по-другому расположено. Так, у вас сколько? 12. 12. У вас? 10. 10. У вас? У вас? 6. 14. 14. Давай, 14 больше всех.
хотите, чтобы были отмечены вот эти вот четыре ветки, да? Да. Хорошо. Дальше. Все. Давайте посмотрим перед тем, как говорить, не получится. Да, уже 10. Все. Ты это как нечего вообще. Стоп. А вот это мне уже не нравится. Да, уже ошибка. Дело в том, что вот эта клетка, она же соседняя с этими двумя. Это верхняя тоже. Поэтому вы, к сожалению, ошиблись. Да, пожалуйста. 13 клеток получается. Я тоже 13. У меня 13. Нет, а вот эта картинка, между прочим, очень легко. Не надо ничего стирать. Здесь можно было добавить чуть-чуть клеточек, да, и чуть. А здесь можно было добавить несколько клеток. Здесь даже система видна, ребят. Да, какая? Вот можно было середину. В середину поставить. Ведь. Какую середину? Вот та линия, да? Да. Нет, ну там, самый последний, где там будет? Первый. Сюда можно. Да, да, да. Сюда в середину и сюда в середину. Да. У меня другой ответ, можно я поставлю? Нет, не надо, потому что уже 14 есть. Уже 14 есть. Смотрите, что сделано. Взята одна грань, куба задняя, там поставлены 4 точки. Передняя поставлены 4 точки. И дальше через одну поставлены точки. А случайно, вот те, которые сверху и снизу, они не соединяются? Смотрите. У нас при изготовлении куба вот эта грань превращается в такую, а эта грань превращается в такую. Между ними есть вот это вот. Так, на самом деле я умею то же самое рисовать немножко по-другому. А именно, смотрите, сюда я умею рисовать так вот. Не знаю, какая из этих систем приятнее. Вот. Это тоже способ расположения клеток, когда никакие две не соприкасаются. И сколько их штук? 14. Их то же самое количество, те же самые 14 штук. А вот теперь задача. Оказывается, больше, чем 14 клеток, пометить таким образом нельзя. Никто никогда не сможет отметить 15 клеток. Чтобы это доказать, применяется ровно тот же самый прием, который был в предыдущей задаче. Помните, по шестиугольнику? А именно, надо разбить картинку на блоки. Только на этот раз это сделать сложнее, потому что блоков будет 14 штук. Давайте, чтобы было понятно, как это удобно делать, я сделаю так. Я возьму и напишу буквы А, Б, догадайтесь, В, Г, совершенно верно. Д. Е. Ё. Ж. Да. Ж. Все эти крестики после зачтения. Очень хорошо. А теперь задача. Нет, больше не надо. Больше не надо. Все, успокойся. Я понял. Оставим, кого не боится. Нет, понять вы еще ничего не могли, потому что задача еще не была сформулирована. А задача такая. Расставить буквы от А до М на этой развертке, чтобы любые две клетки, помеченные одной и той же буквой, обязательно были бы соседними. Любые. То есть разрезать на такие блоки,
Помните, у нас была доска 6 на 6, мы ее разрезали на 9 блоков. И мы дальше говорили, из блока, из квадратика размером 2 на 2, нельзя выбрать больше одной клетки. Так здесь то же самое. Ровно то же самое. Мне нужно разрезание на 14 блоков, чтобы из блока нельзя было взять более одной клетки. А, разрезать? Да. Вот. Кстати, помните, у нас было всего 54 квадратика. Так, максимальное количество клеток в блоке сколько? 6. Нет, не 6. 6. И не 9, да. Покажите мне блок из 6 клеток. 10. Нету. 9. Покажи блок из 9 клеток. Покажи, куда один. А, нет, 2 на 2. Чтобы в нем... 4. 2 на 2, 4. Это правда. 2 на 2 действительно 4. То есть, ребят, вот вам один блок. Он состоит из трех клеток с общей вершиной. Это такой угол куба. Вот вам другой блок из 4 клеток. Вот, если угодно, вам блок из 3 клеток. Блоки бывают из 4 клеток. Из 3, из 2. Поэтому, когда у нас будет 14 блоков... Так, 14 умножить на 4 – это... 56. Значит, обратите внимание. Если вы умножаете 12 на 4, то вы получаете 48. Прибавляете к этому еще два раза тройку, получаете верное равенство. То есть в идеале надо разбить имеющиеся наши вот эти вот все клеточки на 12 четырехклеточных блоков и 2 трехклеточных. Где вы? Вы должны сейчас решать. Не ждать, когда кто-то за вас сделает, а решать, разбираться. Одним способом попытаться разрезать там блоки, другим. Надо всю поверхность, все 54 квадратика, разделить на трех- или четырехклеточные блоки. Очень важное свойство, чтобы в каждом блоке любые две клетки граничили бы хотя бы по одной точке. Откройте тетради. Начните придумывать. Бессмысленно ждать, когда за вас это сделают другие. Не открыл тетрадки, так ждет, когда другие решат. Расскажу историю, которая произошла вчера на лектории Малого Мехмаса. Уже 13-й год работает такая замечательная штука. Приходят люди, каждый там специалист в своей области, читает лекции для школьников. Вчера был человек, который придумал некоторую совершенно замечательную геометрическую лемму о муравьях на сфере. Да? Он выступал 2 часа, ну чуть там меньше, 1:55 лекция длилась. И когда он начал говорить, я вдруг испугался, что он, собственно, доказательства этой своей леммы так не рассказывает. То есть он ее переформулировал, он рассказал, как она вдруг в такой ситуации формулируется, как она формулируется в такой ситуации. В середине лекции я его спросил, а доказывать будете? Он сказал, нет. Я удивился. Обидно, но довольно многие из тех, кто пришли на лекторий, стали ушли, поняв, что он так ничего и не докажет, а просто будет рассказывать о том, насколько же было бы замечательно, если бы эта лемма была доказана.
После лекции я подошел к нему и спросил, ну как, все же ждали, что вы докажете. Нет, мнение, что он не знает доказательства, чушь, потому что именно он ее придумал. Да? И много лет он там в разных областях науки эту лемму применяет. То есть доказательства он, безусловно, знает наизусть и мог бы его за 5 минут рассказать так, чтобы школьники поняли. Я спрашиваю, почему же вы не рассказали? Ведь все разочаровались, многие даже встали, ушли с лекции. И он мне искренне отвечает, как? Но не мог же я допустить, чтобы школьники узнали формулировку такого замечательного факта и хотя бы некоторое время не походили бы, не попытались бы его сами доказывать. Я говорю, ну и что? Ну большинство из тех, кто был на этой вашей лекции, ну что, это самые обычные школьники там 8, 9, 10, ну даже 11 класса. Ну не докажут они ее сами. Ну вы же понимаете, это же было, что называется, ваш замечательный научный результат. Это же, что называется, весь мир был, это действительно хорошая, очень красивая теорема. Вот. Все были рады, когда вы это установили, придумали эту лемму. Ну и что? Хотя бы пусть удовольствие получат от того, что походят, подоказывают. Понимаете? Он искренне не мог. Мы, конечно, там поспорили. Я объяснял, что это не для того лектории, чтобы люди потом ходили, мучились ночными кошмарами. Вот. Но тем не менее, он искренне в этом убежден. Понимаете? Это профессиональный математик. И он действительно убежден, что ну как же задачу, которую, пусть даже почти нет шансов, что решишь сам, но тем не менее формулировка понятна, как же это можно не помучиться, не порешать. И ему казалось, что если он сразу на этой же лекции расскажет доказательства, то он тем самым обидит слушателей, что он не дал им возможности самим походить подумать. Совершенно другая постановка вопроса, да? Ну, конечно, с моей точки зрения, у него тоже это чересчур, потому что, все-таки по-настоящему сложные факты, хотя бы идею мог бы и подсказать, потому что идея доказательства там совершенно удивительная, и самому крайне трудно до нее додуматься. Но тем не менее, он убежден, что над любой задачей надо обязательно сначала поработать самому. Господа, давайте. На блоке. Каждый блок либо четырехклеточный, либо трехклеточный. Абсолютное большинство четырехклеточное. Поэтому, когда вы решаете, и у вас начинает получаться слишком много трехклеточных блоков, значит уже все. Уже неправильно. Уже нужно заново рисовать. Чтобы одно было... Что? Чтобы одно была буква. Каждый блок имеет ровно одну из этих букв. Да? А блоки могут быть разные формы? Трехклеточные и четырехклеточные, они точно разные. А четырехклеточные могут быть? Ну, смотрите, четырехклеточный блок, например, бывает такой. Он в пространстве выглядит как такой бортик. Вот. А бывает такой. Он в пространстве выглядит как квадрат. Ну да, в пространстве они разные формы. Но если разрезать, развернуть, то это по сути квадрат. Ну, надеюсь, вы понимаете, что вот это тоже четырехклеточный блок. Две клетки отсюда, две клетки отсюда, они склеиваются при составлении кубика. Тогда намного легче. Жизнь тогда намного легче. А разве не понятно, что речь идет о кубике? Напишу.
пожалуйста, можно здесь написать те же самые буквы. Смотри, пожалуйста. Как только нарисовали три клеточки в виде полоски, обнаруживаем, что вот эти две не соседние. А в блоке любые две клетки должны быть соседними. Поэтому никаких трехклеточных полосок быть не может. Значит, трехклеточные — это только угол. Да? По сути, это квадратик. По сути, четырехклеточный блок – это квадрат. Может быть расположенный на ребре, тогда он превращается в такой уголок. Но, по сути, это, конечно, квадрат. Трехклеточный блок. Угол. По-другому нельзя. Вот, наверх. Линии нельзя, только угол. Конечно. Ну, тут. Ребят, надо верить в красоту мира. Ой, нет, нет, не надо. Вот персональные дела школьникам заводить точно не надо. Давайте снимать доску, а не каждую не поделить, ладно? Потому что иначе мне с бабушками, с дедушками потом не разобраться. Вот. Ты почему не решил какую-то задачу? Вот я тогда был в твоем возрасте, я ее за 5 минут решил. На ручках. Что, что? Дедушка будет объяснять. Ребята, я не требую от вас быстрого решения. Я требую, чтобы вы пытались найти эти клетки. А чтобы быстро найти, нужно, чтобы вы, повторяю, верили в красоту. То есть не просто так черкали бы. Тут же проблема какая? Начинаешь расставлять буквы, и где-то там к середине, ближе к концу процесса, понимаешь, что все, и надо заново. Нужно стараться, чтобы картинка была красивая. А вот у меня в одном блоке вообще буквы нету. Ну, значит, все, значит, уже не получится. Значит, уже не получится. Потому что, если мы верим, что 14 наибольший ответ, то значит, в каждом блоке будет ровно одна буква. Какая сказка из русских народных больше всего про математический кружок? Ну, вот прямо так, чтобы про математический кружок. Филиппок, во-первых, не русская народная. А во-вторых, а что там такого? Ну, идет человек в школу. Золотая рыбка. Золотая рыбка, это у вас какие-то странные мечты, молодой человек. О том, чтобы за вас кто-нибудь. Чернушка. Да. Чернушка. Черная курица. Черная курица. Так, это вас на мистику и на какие-то ужастики потянуло. А золотые? Нет, нет, есть действительно добрая, хорошая сказка, очень оптимистичная, которая о занятиях математического кружка. Прям точно? Да, прям. Рассказка. Да, сказка это называется «Иван Царевич и Серый Волк». Я напомню, в чем там основная линия сюжета.
серый волк – это идеальный преподаватель. То есть смотрите, он, во-первых, дает Ивану Царевичу задачи, которые тому все время хочется решать. Ну там, помните, что там? Украсть коня. Вот совершенно замечательная задача, но видно, что вот жар-птица, она нужна, да? Вот, во-вторых, эти задачи все время хотя бы немножко, но сложнее, чем то, что Иван Царевич в данный момент умеет. Реально, Иван Царевич не решает ни одной из этих задач. Да, что? А можно спросить, а если, а почему, а кто тогда был конь Ивана Царевича, которого серый волк съел, а его братья? Ну, зарплата какая-то должна быть, волк не может работать уж, нет, кушать он должен, все-таки он волк. Вот, вообще-то за богатство, которое Иван Царевич получил, один съеденный конь, это вполне разумная плата. Да, это что? А братья сами виноваты. Братья — это называется самооборон. Братья — это всего лишь самооборон. Они вот его украли. Господа, смотрите, что сейчас происходит. Сейчас вы должны придумать эти самые уроки. Я не верю, что это не сможете. То есть так, еще 5 минут. За 5 минут не сделаете, тогда придется, как в предыдущем кружке, бросить. Хотя, вообще, я очень много раз эту задачу решал со школьниками. Чаще всего догадываюсь. Да? Я сделаю. Вперед. Вот заметьте, пока вот на сказках, она сидела и решала. Давай, пиши буквы. Конечно. А что? Тогда неправильно поняла условия. Следующий. Получается по арифметике. Нам 54, когда надо получить. Да. Если будет больше 3-леточных, ну не получится, а так не буду. Обязательно, чтобы заполняли вот эти квадраты 2 на 2. Почему квадраты? Блоки. Блоки, да. Заполняли квадраты 3 на 3. Надо заполнить есть всю эту фигуру. Всю фигуру надо разрезать на блоки. Нужно решить задачу о пространственном кубике тем же способом, как мы ее решили для квадрата размером 6 на 6. Нет, одну букву поставьте, пожалуйста. Блок. Вот блок, там надо поставить букву А. Другой блок надо поставить букву Б. Зачем? Надо на этой картине поставить. Вы не поняли, как решать задачу вообще. От вас требовалось проставить в некоторых клетках буквы А. Вообще ничего не понял. Ребята, вот мы уже полчаса потратили, да? Человек не услышал условия. Клетки одного блока, любые две клетки, должны быть соседними. Просто не поняли еще условия задачи. Так, еще раз повторяю. Требуется разбить всю поверхность кубика на 14 блоков,
чтобы в любом из этих блоков любые две клетки, обратите внимание, математические слова «любые» значит «любые». Математические слова имеют смысл. Так вот, чтобы любые две клетки имели бы хотя бы одну точку. Это делается расстановкой букв. То есть надо поставить, вот скажем, буквы «Е», я бы поставил 4 штуки. Правда, вопрос, какие поставить 4 штуки? Эти. Дело? Пожалуйста. Должны быть эти трехклеточные буквы, да? В углах. В углах. В каких углах? Повторяю, если верить в красоту. В углах. В любых. Нет, не в любых. Противоположные? Противоположные. Конечно, противоположные. Так давайте же так и делаем. Берем вот этот буквы и пишем ЗЗЗ. Да, совершенно верно. Спасибо, что поправили меня. Вот. Это один угол. И теперь задаем себе простой вопрос. Где у куба противоположный ему угол? Кто покажет на развертке? Выйдем, покажем. Кто покажет противоположный угол куба? Нет, пальцем покажи, пожалуйста. Не надо портить чертеж. Не верно. Видите, вы кубик еще не видели. А ну мы с вами. Вот. А? Вот. Вот, правильно. Все, ребята, между прочим, у вас в интернете четко написаны темы этих кружков. А все-таки для совсем маленьких у нас занятия на малом мехмате по субботам до 12 часов. Бессмысленно пытаться перепрыгивать через несколько лет обучения, да? Если человек еще не понимает, как устроен кубик, надо все-таки идти на занятия для 2-3 класса и спокойно учиться. Потому что, когда вы приходите сюда на кружок для более старших, то это вам, это вашим родителям кажется, что ах, как круто будет среди старшеклассников. Вот. А на самом деле это же... Вы перепрыгнули через этап, потом это будет много лет себя мстить. И вы будете так и ходить на кружок 4 класса. Вам уже будет много-много лет, а вы все еще не перепрыгнете через этот этап. Потому что когда-то вы хотели сэкономить и пропустить 2-3 класс. Итак, смотрим, с какой точкой это у нас склеивается. Неправда. С какими... Молодец. Действительно склеивается с F. Поэтому разумно взять и написать сюда букву. Понимаете? Получился один угол из букв Z, другой угол получился из букв M. Да. Все другие блоки должны быть четырехклеточные. Все без исключения. Потому что норму по трехклеточным блокам мы уже выполнили. Посмотрите, дальше все должно легко делаться. Садись.
все следующие блоки четырехклеточные. Нет, не надо мелом, надо просто показать. Вот. Попробуем быстро соединить квадрат. Получится, да. Вот в верхней части квадрата в одном углу будет... В верхней части какого квадрата? Куба. Куба. В верхней части куба будет в верхнем левом углу блок из трех будет левым верхним углу и правым нижним углу. И остается три клетки. Вот так. Все-таки это действительно три клетки в одном углу. Вот если представить себе, что это грань нижняя, то это будет на заднем плане слева внизу угла, да? А здесь будет на переднем плане вот здесь вот. Это действительно два противоположных угла. А в чем проблема? Постарайся мысленно все-таки из этого сложить кубик. Ребят, еще раз, это этап жизни. Взять и склеить из развертки куб, это реально этап жизни. Вот если человек это не делал, не надо ему идти на занятия там, 4, 5, 6 класса. Не надо, бессмысленно. Просто надо взять и склеить. Не надо перепрыгивать через этапы. Так бы все сразу пришли в институт и слушали умные лекции, а вот не получается. А вот не получается. Надо обязательно все делать вовремя. Четырехклеточные блоки, господа. Да, пожалуйста. Нет, тут в тетради все получилось. Садись, пусть получится. Смотрите, после того, как мы отметили два противоположных угла куба, стало в некотором смысле проще. Потому что у нас вот эти вот неопределенности, то ли четыре клетки, то ли три клетки, уже теперь нет. Все блоки четырехклеточные. Так и давайте, пишите. Я просил вас не разлиновывать. Хотя бы этому могли бы сегодня научиться. Не чему-то другому. А вот к тому, что не надо разлиновывать. Пока вы эту мысль на моем кружке не поймете, дальнейшее невозможно. Надо перерисовать доски, при этом не разлиновывать. Понимаешь? Ты справишься с задачей, с этой. С простой, маленькой этой задачей. Да, пожалуйста. Перерисуй. Не считай, что это ниже твоего уровня достоинства. Просто научись делать простые задачи. Знаете, на малом мехмате висит такой лозунг. Кто малого не может, тому и большое не под силу. Это абсолютно правильная вещь. Те, кто пытаются сразу обязательно решать только сложные задачи, обычно не решают ничего. Так, ё. Получилось. Так же. Интересно, а как это так? Смотрите, если у вас вот это вот поднимается сюда, как же оно будет с этим? А никак. Вопрос пространства во времени. Что я сейчас ставлю? В том, что вы все вы болеете?
Я немножко... Я удивлен. Я не ожидал от вас такого плохого пространства воображения. Я знал, где же и где ее. Только не одно же, а целый блок, да? Блок же и блок покажи. Ее. И блок ее. Да. Это хорошее предложение. Сейчас, а где еще одна буква Ж? Да. Вот. Ну, на самом деле, смотрите, идея хорошая. ЖЖ объединяется с этими ЖЖ, ЙО объединяется с этими. Только вот что, ребят, одна из этих идей сработала. Две сразу не могут. По той простой причине, что вот здесь вот возникает пустое место, и непонятно, чем его забивать. Поэтому надо выбрать. Нет, растирайте. Или надо буквы Ж оставить таким блоком, или надо буквы Ё оставить, но не одновременно. Задача сейчас такая. Имеется поверхность кубика размером 3 на 3 на 3, и на ней отмечены клетки буквами русского алфавита. Мы договорились, что вот эти клетки уже отмечены у нас буквами Z. Вот эти, да, это была долгая история, как это делать. Вот. Сейчас требуется расставить буквы от А до М таким образом, чтобы в любой клетке была бы ровно одна буква, и при этом, когда вы смотрите на клетки, помеченные одной и той же буквой, они бы обязательно имели общую точку. То есть разрезать на блоки, причем в каждом блоке любые две клетки имеют точку и отрезать в общем. Одно крыло расставило, второе не могу. Да не считается, одно крыло расставил. Задача либо решена, либо не решена. Не решена. А? Не решена, да. Нужно придумать именно конструкцию. А то, что до определенного момента у вас все хорошо получается, конечно. Сначала пишешь вообще все эти блоки. Если не думать о будущем, то легко жить. Пишешь, все получается. Потом получаешь противоречие. Эта клетка будет помечена буквой И краткая. Да, нет. Потому что мы использовали все тройные блоки. Правильно. Если бы она была помечена буквой И краткая, то здесь возник бы блок вот такой вот, да? А у нас трех клеток. Что? Сделаем? Пожалуйста. Буквы А расставить то. Буквы Б. Все. Уже неправильно. Уже неправильно, такой вариант, потому что буквы Б обязаны соседствовать. Так, ребят, давайте я еще раз повторю мысль, которую сказал только что. Не надо сразу пытаться расставить все клетки. Вы сейчас не решаете не потому, что плохо соображаете, а потому, что вы принципиально неправильно подходите к задаче. Смотрите, я предлагаю вам потихонечку анализировать эту ситуацию, а не пытаться просто так писать буквы. То есть, повторяю вопрос. Вот в этой клетке что у нас? Б. Что? Б. Б.
Почему не и краткое? Все понимают? Да. Да. Так напишите же сюда, Бэй. Я написала. Вот. Теперь давайте подумаем. Нет ли еще похожих вещей? Есть. Есть. Вот здесь что у нас будет? Г. Г. Здесь у нас действительно обязательно будет буква Г. Вот. А теперь вещь еще более интересная. А что у нас будет здесь? Тут тоже будет где? А вот Д. И. Д. И. А тут у нас не может стоять ни Г, ни И, ни В, ни Д. И там. И там будет стоять. Какое И? А мы не можем. Если у нас здесь будет стоять И, у нас и наверху И будет стоять. Понимаете? То тогда для И получается трехбуквенный блок. Нет. Что нет-то? Да? У нас ничего не получается с этой самой буквой И. Извини, пожалуйста. Да. Вот, смотрите. Если вот сюда поставить букву И, то если складывать квадрат, будет чуть-чуть. Я об этом спрашиваю. Я спрашиваю, что писать вот на это место. Ничего. Д. Что? И. Д писать сюда, очевидно, нельзя. Да. Д. Нельзя. Нельзя туда Б. Может, тогда только там должна быть. Там только И может быть. Нет. Нет, такая это же противоречие у нас получается, господа. Как это? Противоречие. Смотрите, мы складываем вот эти, а как вместе. Господи, зачем ты наш чувство сделал? Садись, пожалуйста. Ты в каком классе сейчас? В пятом. В пятом? Точно. Жесть. Круто. Сделать такое в жизни. Значит, смотрите, ребят, у нас на самом деле возникла пренеприятная ситуация. Значит, еще раз. А, Б, В, Г, Д, Е. Казалось бы, все нормально, да? Вот. Дальше. Вот эти вот четыре клетки, эти четыре клетки. Казалось бы, тоже все совершенно нормально. Но тут возникает абсолютный ужас. Значит, мы берем букву Г. Мы говорим, что здесь вот не может быть буква К, и мы в этом правы. Значит, здесь буква Г. Мы говорим, что здесь не может быть буква Г, и мы в этом тоже правы. Да. Получили противоречие? Мы сейчас вдруг поняли, что здесь тоже должна быть буква Г. Ну, а это уже полное противоречие. Значит, внизу должна быть буква К. Маленькая проблема. Если мы вниз поставим букву К, то у нас получится трехбуквенный блок. Да, что? Значит, получается, что мы должны как-то по-другому тройки расставить. Мы вроде хорошо расставили. Мы их поставили в две противоположные вершины куба. Это очень симметричная, понятная вполне картинка. Две противоположные вершины. Здесь поставили Z-шки, здесь поставили буквы М. Все в высшей степени замечательно. То есть, понимаете, вдруг обнаруживается, что вот если здесь у нас буква Г, здесь у нас с вами ничего кроме ее быть не может. Просто ничего кроме нее быть не может. Ведь буква М же не дотянется до нее, правда? Нет. Не дотянется. Буква В тоже не дотянется. А кто до нее может дотянуться? Может, К. К.
Нет, еще раз. Если буква К, то там получится блок из трех клеток. Мы уже выполнили план по трехклеточным блокам, господа. А значит, не так, так нельзя расставлять. Что, буквы нельзя расставлять? Да. Как это нельзя расставлять буквы? Значит, буквы? Нет, ну конечно, можно пытаться подумать, может быть, мы и правда буквы расставили неправильно. Но нет, вроде нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, тринадцать. 14 букв, ребят. Да, говорите. А, там можно поставить К вместо К. Трехбуквенный блок будет своими же. А тут К и тут К. Я такой же. О! А вот это молодец. А вот это молодец. А я вот мы не должны говорю. Соваться сюда. А я не... Ребята, внимание. Я то же самое говорю. Если бы не эта идея, если бы не эта замечательная идея, то у нас бы получалось, что задачу в принципе решить нельзя. А вот это действительно молодец. Говорю. То есть мы понимаем, что нельзя нам идти с буквы Г и туда, и туда. Действительно, очень хорошая мысль. Конечно, спасаемся мы только вот так. Делаем четырехклеточный блок из букв К. Отлично. Но близко к этому. Так, а вот теперь уже некоторый четырехклеточный блок очевидно врисовывается. В. В. Куда писать букву В? Вот сюда, правда? Да. Здорово. Здорово, здорово. Молодец. Буква В писать сюда, да? А я уже знаю теперь, где букву Б писать. И Е. Где писать букву Б? Уж не здесь ли? Да. Давай, пытались. Во всяком случае, это вполне так нормально, симпатично. И А уже я знаю. А можно уже писать там. Да? Я не понимаю, о чем вы сейчас говорите. А Г тогда не поставим. Дело в том, что надо же всегда заботиться о всех клетках. В частности, надо заботиться вот об... Вот. Смотрите, здесь уже Бшки. Давайте я вот этот блок выделю, да? Здесь В, здесь З, это понятно. А я знаю, куда И. Я уже знаю, куда И, И, Ж, И, Ё. Покажи пальцем. Давай, я тоже покажу, куда... Нет. Сюда. И краткое. Да. Очень хорошо. И краткое действительно вполне разумно поставить сюда. Отлично. Тогда его здесь. Нет, нельзя. Значит, его... Извините, пожалуйста. Да. Это как раз неразумно. Это как раз там все убивает. И краткое. Как только я написал и краткое сюда, то у меня возник здесь зазор. Да, это неправильно он записал. Буква К-то у нас здесь есть. Что сюда писать? И краткое. Конечно, и краткое. Молодцы, да. Сюда а тогда вопрос, куда L? Туда, сюда. Так, сюда буквы L. А я уже знаю, туда. Обратите внимание, что эта штука делает. Она вот так загибается, да? Да. Так, покажи. Обучайте две. Да. Совершенно верно. Дело в том, что эти буквы L, они же как раз сюда вот. Здесь в пространстве они встретятся. Вот так вот перейдет. Да. Строение куба. Так, отлично. Буквы L мы сделали. Дальше что? Что буква? Покажи. А вот так. Очень хорошо. Можно я хочу? Покажи. Можно я тоже покажу? Да, нормально. Такой блок есть. Дальше. Можно? Да, конечно. Можно же. Получается. А здесь? Конечно. Это очень даже пока выгодно. Очень даже симпатично. Осталось чуть-чуть. Получится или не получится? Можно Г. Дальше. Отлично. Что тут? А что мы решили задать? Потратили на это очень много времени, но зато решили. Важно, что решили.
Значит, смотрите, конструкция оказалась на самом деле достаточно симметрична. Если вы попытаетесь представить себе в пространстве, как это выглядит, то вы обнаружите, что блоки вполне понятные. Вот смотрите, вот они вот идут три штуки подряд, здесь тоже идут три штуки подряд. Да, да, да. И, разумеется, вокруг вот этого. Ну, не знаю, как это объяснять. Наверное, конечно, было бы лучше просто на модели куба это нарисовать. Но, в общем, да, будем считать, что и так понятно.